Да, думаешь, что мы в полной жопе. Либо тебя съест какая-нибудь морская гадина, либо станцуешь на рее, как Джонс. Проваливай, наконец! Не смей, я не уйду отсюда. У тебя нет ни... Так что, если не можешь мне ничего предложить... Либо тебя съест какая-нибудь морская гадина, либо стан... Еще не знаю. Думаю, первым делом через несколько дней я... Приготовься, мир пиратов! Бери оружие! Ты проиграл. Я хочу приготовиться. В следующий раз, возможно, тебе повезет больше. О, ты проиграл. Покажи мне. Это не... Я... Стреляй же! К сожалению, проиграл. О, ты проиграл. Как жаль. Я хочу приготовиться. Может, в другой раз? О, ты... Приготовь. Может, в другой раз?
Да, характеру этой пыти не позавидуешь. Что ты думаешь? Он человек, и он... Ага. Ясно. Неважно, ну... Ну, если... Понимаю. А ты? Как ты хочешь? Это благородно. Не думаешь, что что-то получится? Посмотрим. Ну ладно. Твой проклятие! Только то, что он... Даже если... Меня. Впрочем, Андрей все равно никогда не отдал бы мне его добро. Ты прилично разозлил Дона. Этот заносчивый ублюдок меня шантажирует. Он утверждает, что я должен ему золото. И что, это разве не так? Это как... Он не вернет мне пистолет из ремонта. Я принесу тебе твой пистолет. Это ты... Бьёшь тем более для того, чтобы... Вот твой пистолет. Прямиком от оружейника. Покажи-ка. О, наконец-то моя прелесть вернулась. Спасибо тебе, мой мальчик. Я очень тебе обязан. Теперь уж я не выпущу его из рук. Можешь быть уверен. Я помог тебе. Ну ладно. Чего ты хочешь? Мне нужны пушки. Хорошо. Я подвезу их к портовой набережной. Там сможешь выбрать. Только не вздумай сказать адмиралу. Мой рот на замке. Ладно. Да-да, я... Хорошо. Погоди. Думаю, он нас слышит. Слушай. Постой. Конечно, я так и... И ты, мерзавец, ради этого. Ты что, теперь его... Ладно, про... Как тебе такой... Ты что? Я... Ах ты... Если бы ты могла с ним поговорить... Поговорить? Ты заплатишь мне... Тысяч? Что? Я... Вот твое золото. Хорошо. Иди, Квилл, но предупреждаю тебя. Ясно. Так, а теперь... Странно он выглядит. Я поговорю. Правда? Она хочет... Что? Как ты это сделал? Ах, не... Если бы я... Извини меня, по...
Оставь меня в покое. Спрятал. А он миллиард. Как? А ты, я не знаю, может, ты сможешь... Блин, как... Ой, пойду-ка я в туалет. Перенесите бочки с водой к гавани. Буч больше не будет тебя доставать. Это хорошо. Съест какая-нибудь морская гадина, либо станцуешь на рее. Что, черт? В смысле, ты? Не делай вид. Здесь что, никто не слушается моих приказов? Я запретил торговлю в любой форме. Послушай, у тебя сделка... Это меня не интересует. Вещи теперь мои, Альварес. Я договорился с каждым из твоих людей. Сделка есть сделка. Так ведь написано в кодексе. Ты что, используешь кодекс против меня? Признайся. Ну ладно, ты победил. Я не могу пойти. Но послушай, если мы деремся друг с другом, запомни это. С Гарсией покончено. Что? Правда? А что с его артефактом? Этому я у него научился.